аптека. И сегодня посмотрим, какие фразы могут вам пригодиться в аптеке. И будете вы задавать вопросы, и, допустим, как ответить на вопросы аптекаря. Хорошо, давайте рассмотрим первую фразу. I've got a prescription from my doctor. У меня есть рецепт от моего доктора. Ну и подаете рецепт, к примеру, да? Вам по рецепту уже аптека смотрит, что есть. Например, и он может вас спросить, would you like it in syrup or medicine? Да? То есть вы бы хотели это, то, что было в рецепте, в виде сиропа или как таблетки, да, медикаменты. By the way, are there any side effects? Да, то есть вы можете спросить после этого, кстати, есть ли какие-то еще побочные эффекты у этого лекарства? Can you recommend me something from dry coughing? Можете ли вы порекомендовать мне что-то от сухого кашля? Ну, и здесь вместо сухого кашля может быть что угодно, да? Головная боль, там, все что угодно. Окей, аптекарь вам говорит. Два варианта ответов здесь есть. Try these tablets. Да, попробуйте эти таблетки. Или you should consult your doctor first. Да, вам бы лучше проконсультироваться сначала с врачом. Can I have some painkillers from my severe headache? Можно ли мне... Can I have some painkiller from severe headache? Можно ли мне, пожалуйста, болеутоляющее от сильной головной боли? И are you allergic to aspirin? Есть ли у вас аллергия на аспирин, да? И также вместо аспирина здесь может быть любой другой медикамент, да? Are you allergic to it? Окей, давайте еще раз прочитаем. I've got a prescription from my doctor. Would you like it in syrup or medicine? By the way, are there any side effects? Can you recommend me something from dry coughing? Try these tablets. You should consult your doctor first. Can I have some painkiller from severe headache? Are you allergic to aspirin? Изучайте английский с удовольствием вместе со школой иностранных.